кладбище новое слева. Тут Сашка похоронен, Веркин, сестры и муж. У них что, это такие памятники, что ли? Местный достаток. Финиш лихача, модная такая фишка у них, старая мальта. Ну вот мы на родине. Дорога, земля вот здесь направо дорога идет. Дальше. Нет. Дальше направо. Это, по-моему, улица Карла Маркса, нет, Миша? Да. Улица Карла Маркса. В каждом поселке. Нам бы не по ней ехать, в принципе. А у нас пяти лежит. Дальше надо. Да? Миша, развернись-кась. Поедем по другой дороге. Плохая дорога. А там, думаешь, лучше? Ты там лучше. Был? Да. Налево на Льва Толстого свернуть, мимо моего дома проехать, ну, потом. Пойдем через центр. Дорога вон туда направо. Оба-на. Лучше. Плохая дорога, хорошая дорога. Еще лучше дорога. Ну, видишь, везде, видимо, деньги дали, ремонтируют. Тут у них новая глава, женщина какая-то. И она все время там фотографии размещает, как она ходит, проверяет, как делают дороги, чтобы такая что-то деловая. Вот здесь налево. Прямо старая часть и центр. Прямо старый центр и церковь. Называется рабочий поселок городского типа. Да, Миша.